В связи с коронавирусом не больше 8 человек в магазине. Так, 17 марта 2020 год, Харьков, ну бог с ним, с магазином. А вот то, что сегодня принято решение закрыть метро с 8 часов вечера, причем принято оно сегодня, и оповестили о нем сегодня. И у того, кто вечером будет уходить с работы, я даже не представляю, какие варианты возвращения по домам. Трамваи, троллейбусы, маршрутки. В общем, до 3 апреля метрополитен в Харькове закрыт. А учитывая, что, наверное, под миллион пассажиров перевозят в день. Боюсь тут соврать, но в любом случае это основной вид перемещения по городу абсолютного большинства харьковчан. Будет весело, вон троллейбус нам пустили, хорошо, хоть недавно, хоть в чем-то будет полегче. Ладненько, пара-тройка недель будет весело, тут уж 100%. Велосипедистов побольше.